я вижу. Я даже не знаю, какой левел она. Может, она меня увидит, нет? Но это хотя бы плюется. Окей. Собака! Сожрала! Скотобаза! Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Нот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved Mod Gondwana. Почитал комментарии, попросили притомить спинозавра, тем более, что очень-очень часто уже этот комментарий появляется. Не знаю, чем они вам нравятся, но раз спинозаврик, значит, мы его, соответственно, будем сегодня томить. По именам. Слива. Так-то реально похоже. Понька Ультраморос. Вот я не увидел логики совершенно между этими тремя словами. Не увидел никакой взаимосвязи, но звучит прикольно. Смешарик. Как написали, у всех будет пасхальный кролик, а у меня будет пасхальный медвежонок. Так, следующий. Светлый демон и кто-то... Ай, конечно, вот. И неоновая плювака. Плевака. Блин, какая-то страшная. Ну и, конечно, у нас вон два неудачника стоят. Лига лохов, так называемых, которая у нас без имен, это диплодоки, дело фазавр. Ладно, пускай они там стоят. Лошары! Вот, а мы что делаем сегодня? Сегодня у меня по плану наделать еще несколько вот таких стрел, супер транквилизирующих, и отправиться, угадайте куда, правильно, отправиться на покорение рексов и грифона. То есть сегодня у нас задачка найти рекса, найти грифона. И найти спинозавра. Ну, спинозавра не модовский, скорее всего, будет, потому что модовских я не видел. Вот. А Рекс и Грифончик, скорее всего, будут модовские. Посмотрим, каких мы именно найдем. Вот тех и будем топить. Так, ну что ж, я предлагаю, собственно... О, кстати говоря. Ой, тут же... А может и Гигу? Блин. А давайте мы не Грифона. Ну, давайте, ладно. Давайте вот Гига есть. Но Гигу как бы, наверное, я... В общем, посмотрим, может быть, и гигантозавра еще что-нибудь большое попадется, и валим отсюда нафиг. Я вот не знаю, может быть, Виву? Короче, ладно, кого-нибудь поймаем сегодня. По плану Рекс, по плану у нас Грифон, по плану у нас спинозавр. А там уже по ситуации, потому что у меня столько стрел нету нарка. Кстати говоря, вопрос частенько в комментариях звучит, поэтому отвечаю сразу. Чтобы увидеть торпор... Ну, какого-нибудь давайте вот, вот его, допустим, вот. А, наверное, не покажет, да? Едино-то никого нету. Кошмар. Эхлетим. Короче, чтобы увидеть торпор... А давайте я сейчас гигантизавру подлечу, да покажу. Вот он. Вот. Наводим, соответственно, где-то, я не знаю, где получится. И нажимаем буковку N английскую. Вот это так. Описание, кстати, к моду есть, насколько знаю, в Стиме. Поэтому имейте в виду. Читайте всегда описание к моду, что, какие кнопочки работают. Ну что ж, погнали, значит, за необходимыми ресурсами и искать спинозаврика. Ха, как вам вот такой грифончик культурный, джентльмен, шляпки? Сколько? 934 тысячи торпора у него, ну, этого мы явно хрен притаем. Полярный грифон. А я вот что же, сейчас спросить стесняюсь. А ты что за мамонт такой? Полярный мамонт. Он и тираноса грохнул полярного. А, не полярного. Рэпера какого-то. Так, топижарка. Реально, это какой-то рэпер, смотрите, у него он кепка. Офигеть, блин, нифига себе. Динозавров тут оказывается. Я, короче, в шоке, тут какие-то рэперы есть. Тут где-то внизу должны быть, насколько я помню, спинозавры, их должно быть много. Я так-то вообще за кристаллами летел. Но и спинозавриков мы тут тоже, я думаю, найдем. Внизу они там были. Но кристаллы предпочтительнее сейчас. Опа, бегут. Бегут чайки вологодские. Икана, спать всем. А черт, залез. Ты ж спишь. Или ты меня ешь? Слышь? На, правильно, дай ему в челюсть. Он у меня залез и уснул. Паразит. А тебя-то кто кусает? Пошпи, образили. Понаехали, понабежали, блин.
Ну-ка, тоже туда же. Я к чему, чё тут припёрся-то? Во-во-во, ходят, в смысле плавают. Ну-ка, левелы какие? Аж две штуки. 20-й и 20-й. Да вон, третья штука. Да вы что, издеваетесь, что ли? Какие нахрен 15-й левел? Вы о чем? Господа, уважаемые спина, вы что, где? Во, 140, вот другое дело. Вот давайте мы его и передамим. А то 15-й, 20-й, блин, что смеется-то? Вот, томить будем обычной ванильной. Стрелой. Потому что нефиг по ним крутыми палками тыкать. Мы и так его вырубим спокойненько. Наверное, я когда-нибудь. И сюда, я знаете, что подумал? Наверное, сюда надо было не так, как я делаю. Да не, нормально, нормально. Просто это долго будет. Возможно, сюда можно было дротиками даже лучше. Но тем не менее, кто есть, то есть. У меня зато арбалет тут блатной. Ну-ка, давайте-ка пониже спустимся, чтобы он не думал, что он такой тут. Блин. А то обидится, убежит. Тут скажет, тут читерюга такой стоит, блин, до него достать не могу. Слышь, ты куда? Мне кажется, он обходной путь знает. Нет, нормально. Я думал, он сейчас отсюда вылезет где-то. Держи. Нормально. Сейчас спать будет. Тихо, куда пошел? Стопэ! Спину! Завер. Иди сюда. Во, нормально, нормально, нормально. Ты, короче, ты что себе как Рекс ведешь? Нифига себе. Рексы так же, они, короче, бегают там туда-сюда. Нифига не видно. А что так темно реально? Капец. Ладно. Ну-ка, спать. Да когда бегать? Сейчас уснет. Короче, не выдержал я, заколебал у меня тут бегать. Я, короче, к нему спустился, просто тыкнул палочкой. На! И... Че? Че вам надо, пацаны? Во, нормальненько. Хавает спинозаврик наш. Я, насколько знаю, они довольно неплохо плавают. Я их томил, но че-то как-то их так редко томил. Наверное, за все время, может, раза 3-4 всего. Вот уж не знаю почему, но как-то вот томил я его реально редко. Мы на нем сейчас, короче, поплаваем. Сейчас телепортируемся на базу, будем плавать. Ну-ка. Погнали всей одной большой крутой семьей. Так, на базу. На Вива прилетела. Собака кого убила? Дэдпула и Васю. Где хоть кто? А, все, завалили, да, ее? Охренеть, блин. Васю убила. Скотобаза, Ваську. Ваську убила. Да та самая Вива. Кто его там грызет? Офигеть. Скотина. Сожрала. Сожрала Ваську. А, тень она убила. Она тень убила. А, не, он без... Ой-ё, тень живая. Хорошо, так, ладно. А, проснется, все хорошо будет. Так, Ваську жалко. Блин, Васька красавчик был. Хороший. Эх, хороший дедик. Ладно. Второй будет. Пойдешь же ты тогда на хератин. Ну что, не пропадает же добро. А что тут у тебя тут было еще? Мяско было. Ладно. Зато, смотрите, у нас сколько тут яиц. И это уже, наверное, больше половины пропало. Наверное, все уже, столько же пропало. Так. Короче, у меня тут где-то седло должно было сделаться. Вот оно. Хочу, короче, поплавать на нашем спинозаврике. Это сюда. Это потом уберем. Где он там, спинозавр? Иди-ка сюда. Так. Короче, я хочу виверну. Так-то она беспонтовая совершенно оказалась. Ну, блин. Так-то она прикольная. И она вырубать может. Мне вот это нравится на ней. Наверное, с этого и стоит начать. Да нет, кстати, не так уж он быстро плавает. Я почему-то думал лучше. Это что за этот? А, ваш... Ага, скорость вашего Дина. Скорость, регенерация, дамаг. И что там еще? Типа, улучшенный. Опа, что я нашел? А я-то все жемчуг искал, блин, бобров бедных отбирал. Нормальненько. А я не помню, чтобы тут вот этот корабль был. Фига себе. Упустил момент. Ой, ё-моё, я-то задыхаюсь. Динозавр, хорошо, я-то балбес. Слышишь, давай, дыши, там сейчас, короче, этих заварим. Там внизу краба-скорпионы или как они там, блин. Рака-скорпионы, блин. С них... А кто там плавает? А так это вот они и есть. Ну-ка, иди-ка сюда. А чё, ты куда побыл-то? Ё-моё, какой ты неповоротливый, а. Короче, хрен с ними. У нас есть спинозавр и плевать, все. Мы идем
Соответственно, за кристаллами делаем кучу-кучу-кучу дротиков. Вот там вот нас Рексик ждет. Заинфекционный уже. Вот. И, соответственно, притамливаем Рекса. А там посмотрим. Возможно, нас же мы все-таки за Вивой сгоняем. Все-таки Вива, мне кажется, поинтереснее будет. Потом на Виве будем уже остальных вырубать. Как-то так. План такой. Вечерку какую-то нашел. Ну-ка, ты, короче, знаешь что? Ты давай путешествуй домой. Или иначе за пещера, по-моему... Короче, я не знаю, сейчас давайте посмотрим. Надеюсь, что это реально какая-то пещерка, возможно, даже с артефактом, а не просто проходная. Ну, скорее всего, это просто проходная, но давайте глянем. Потому что у меня прогрузки не было, ничего не было. Да, это просто проходная, но тем не менее. Кстати, хорошее место для базы, к слову говоря. Правда, тут жарко. Капец как. Ну да ладно. Оп. Это я, наверное, сейчас зря сделал, да? Меза, быстрее полетели. Блин, а прикольное место, а? Кому надо, ребят, запоминайте. Так, я тут, короче, что придумал-то? Мы выделываться не будем. Если по 800, по 900 тысяч старпора у некоторых динозавриков, мы сейчас пойдем именно за виверной. Притамим инфектед виверну и уже с ее помощью пойдем томить, соответственно, других динозавров. У меня, в принципе, мысли такие есть, что, скорее всего, на это и есть расчет в этом моде. Потому что очень дорогие стрелы, реально дорогие. Это при условии, что у меня тут сколько, X5 все это стоит. И то очень тяжело добывать. За все время у нас десяток стрел даже мы не сделали. Поэтому, мне кажется, это все сделано для того, чтобы мы смогли притомить виверну. И после этого уже смогли томить динозавров этой самой виверной. Потому виверны-то и слабенькие такие, чтобы они тут вообще не кошмарили, а просто для того, чтобы могли кого-то усыпить. Все. Потому что у виверны-то что-то 5000 кп всего. И, по-моему, топор у нее тоже там что-то 1015, что ли, всего-навсего. То есть простыми стрелами не взять. А вот... именно такими стрелами, которые модовскими, их, в принципе, реально завалить. Но с небольшим запасом эти стрелы, я так понимаю. Ну, давайте попробуем, все-таки я сейчас поищу какую-нибудь. Все равно где-то не летает, их дофига тут было. Вот она! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее-быстрее-быстрее. Так, короче, надо вот эту виверну, я знаю, что с ней надо делать. Надо сделать так, чтобы я успел высадиться. Хорош, погнали! Где? Блин, Вива, ты что меня так подставляешь, Слышь, иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. Короче, стрела-то не казённая, вдруг упадет. В смысле, вылетит. Короче, ну, чтобы она нас внимание теперь обратила. Ну-ка. На-на. Это был четкий выстрел прямо в сердце. Сердце виверны. Что там у тебя по хп? Так, молочко вообще, во-первых, дай. Во-вторых... Ой, какой стопы. На! Хомяч. Это, короче, инфектед виверна. Хомячит. О, нормально приручается. Тут еще специальный кибл есть. Именно для волков я посмотрел. То есть, я так понимаю, видимо, волк вот этого, который коронованный. Его, блин, королевская жертва только кормить там кибл. О, в смысле, нифига, ты что, захомячила все? Нифига себе. Так, она тяжело тамится. У нее и торпор махом слетает. Видели? Нет тогда? Вообще улетела. У нас треть торпора оставалась. И когда вот она только иду. Короче, когда она притомилась. Так, ну она как бы нифига не быстрая. Ну-ка. На. На. Так, все, ты будь тут. Никуда не улетай. Там мы этого отправим. Полетим кого-нибудь долбить. Проверим, насколько ты у нас торпор даешь. Так, ну-ка. Что такое? Непонятно, что такое. В правом верху 400 секунд еще. Капец, она медленная. Так, что ты делаешь? Так, ты цепляешь. Ага. Сядь. На X ничего. На правую. Ага. На Q. Ой, на E не надо. Ну-ка. Ну, мне кажется, она убьет их сейчас. И того, и того. Хлобысь. Ну, Гигена Апитека убила, а этого нет. Смотрите, кого вырубила. Так, интересно, а сколько она вырубает? Сколько у тебя вообще хп? Хп у тебя вообще понты. Я думаю, наверное, в хп надо вкачать, потому что если мы сейчас пойдем на какой-нибудь Тирекса, то это будет очень-очень плохо. А у нас, кстати, Тирекс дома есть. Около дома. Давайте попробуем на нем испытать. Мы же плеваться можем. Или что мы?
слышь. Подожди, а как ты плевалась-то, алё? Так она же плевалась как-то. А может нам вот ту надо? Давайте ту попробуем. Как-то согреть. Так, а пассив. Может реально нужна зелененькая? Тоже инфектор, ту зелененькая. Как бы нам ее теперь... Ага. Как бы нам ее теперь согреть-то? Ну-ка, собака такая. Иди сюда. Нормально, хп есть, все есть. Так, во-во-во, она где летает. Нормально, сейчас мы ее ловить будем. Сейчас она нас типа увидит. Так это как-то поблотнее смотрится так-то, если разобраться. Только она что-то вот нифига не агрится. Слышь, пойдем. А нафига я в нее стрелять-то буду? Вот, она же стреляется как-то. Короче, я не знаю. Надо что-то как-то... куснуть попробовать. Моя вырубится? Моя вырубилась? А, нет, я вырубился. Да и моя вырубилась. Да сейчас нас всех сидят. Короче, план говно был. Полный. Блин, у нас как бы, конечно, сидят. Хотя, может и не дотянется. Ё-моё, не, на нас так будет долго хавать. Сколько она бьёт-то хоть? Ну, по полторашке. Ну, Виви наша хана. Давай еще кусь, и все, Виви хана. Ну, не страшно, на самом деле. Все, Виву убили. А вот то, что мы сейчас будем долго просыпаться, это жесть, конечно. В общем, нельзя охотиться на Виву, на Виве. И броню в таких случаях лучше снимать, потому что это капец, сколько приходится ждать, пока она расковыряет консервную банку. Так, это ушел. Ну-ка, сейчас она сюда полетит. Иди сюда, скотобаза такая. Нет, я вижу. Я даже не знаю, какой левел она. Может, она меня увидит, нет? Но это хотя бы плюется. Ну-ка. Собака! Сожрала! Скотобаза! Я думал, не попадет. Итак, кадр 1, дубль 2. Я быстр, я смел, я тигр. Она улетела. Слышь, ты че как это-то? Короче, я знаю, что мне нифига не будет, если я с такой высоты упаду. Мы уже падали с поняшки. Поэтому нифига мне не будет. Вон, сидит, сидит, сидит. Сейчас, 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 сейчас. Мы сейчас на нее как это. Как смерть с небес! На! Да я в тебя попал! Есть, я в нее попал! На-на! Ой, надо быстрее-то вставать. В смысле? Давай на кровати возрождайся. Мне же телепортироваться... А, все нормально. Мне, короче, сейчас нужно срочно телепортироваться. Я там телепорт поставил. Давай быстрее, 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 быстрее. У нее очень мало, мало времени. У нее инфекция вообще спадает только в путь. Беги давай, беги, 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 щеми, 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 щеми. Вот так вот это самое, знаете, что поганое в большинстве случаев и делается. Сюда. Быстрее, 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 быстрее. Телепорти... Нет, нормально. Летим. Быстрее, щеми, щеми, щеми. Вот реально очень часто вот так все происходит. Потому что, блин, реально очень часто, как бы... Сволочь встала! Черт! Давай домой. Твою ж за ногу, а. Бля, я попал, нет? Это капец. Вон она, скотина, летает. Короче, пришлось фармить на еще одну стрелу. Я вот не знаю, сколько она вносит, кстати говоря, торпора, но вот у этого 300 тысяч торпора. Не знаю, вырубит она его или нет, проверять я не... Нет, ни сюда, 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 ни сюда. Сядь. Ну-ка, давай, топай ты на базу, по-быстрому. Вот, а я пойду, короче, у меня целая стрела есть, пойду попробую. В принципе, виверну достаточно даже тыкнуть. Ну, просто к ней же просто так не подлетишь, блин. Она ж либо плюнет, она моего птирочка до сих пор грызет. Скотина, он не успел, короче, телепортироваться там. Ну, с другой стороны, нам это сейчас даже в плюс, потому что пока она его грызет, мы в нее можем, в принципе, пальнуть нехило так. Вопрос в том, чтобы с этой одной стрелы надо попасть же. Попал. Хорош. Ты куда там упала, слышь? Бабочки, блин, вокруг него полетели. Я мясо выложил, ёшкин кот. Черт. Срочно. Хоть кого-нибудь. Айсберг. У тебя мясо, знаю, есть.
Нет, твою мать! Хоть кого-нибудь. Спина! У тебя есть... Точно, мясо. Отлично, 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 отлично. На! А, чё, парюсь? У меня же наркота есть. Все нормально. Все, поднялась Вива, скотобаза такая. Фу, вот она мне сейчас кипишнула, а. Так, короче, пацанва, вы давайте все нафиг отсюда, туда. А ты давай полетели отсюда, вон туда. Нормально. Улетели все? Улетели все. Так, ну и что ты мне можешь сделать, ты мне рассказывай. Плеваться ты не можешь. Может на... О! С... Ф? Нет, Ф. Ф это не то. Блин, а... Слушай. А на чё ты стреляешь-то? Алё, гараж. А она не стреляет, короче. У неё оглушение-то вообще понты. Ё-моё. Ладно, давайте нашего птичка попробуем. У меня детокс-то вроде было, я его вроде не выкидывал. Попробуй его очухать и отправить домой. А потом попробуем, собственно, на этой Виве что-нибудь сотворить. Вообще странно, блин, такая беспонтовая Вива, та лучше была. Но это тоже не плюется нифига. Что с ней не так, не знаю. Ты что, вставать будешь, нет? А где у меня детокс? А, детокс у меня, ладно, сейчас, дома. В общем, это очень странная Вива, реально очень странная. Ну, давайте попробуем. Странно то, что она не пуляется, почему-то я не могу... Это кто? А это... Не, давайте мы не будем нарываться так. Это, короче... Тихо. Рексик. Но это не модовский нифига. Это Тек-Рекс, скорее всего. Родной. Да? Тек-Рекс, да. И там... И Аллозавр, и все тут. Короче, как бы нам ее сейчас не сожрали... Да тихо ты не ори. У него хп-то вообще нету, короче. Это я так... Слово, вот спит. Она, в принципе, лупит-то неплохо. Она вырубает вообще на ура. Но у нее хп вообще просто нету. А Аллозавры вообще по-конски бьют. Давай потом будем радоваться, там вон Аллозавры бегают. Не, короче, на них дергаться не буду. Я хочу... Давайте попробуем, в общем... Этого Рекса тоже, наверное, не буду заморачиваться. Посмотрим потом. Хочу... Вот тут Рекс у нас бегает. Тоже бегает инфектед Рекс. Я не знаю, усыпляет он или нет. Но у нас он никого не усыпил ни разу. Но он тоже... Вон он. Нифига, он уже около нас. Проблема в том, что нам нужно к нему подбежать, пока он там орет. Опа, 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 опа. А чё-то мы не вырубились? Слышь, друг. А чё-то мы не вырубились? 70 тысяч. Плохо. Это 70 тысяч такая Вива бьет, да? Надо, короче, подлетать так, чтобы он нас не сожрал. Он же сожрет нас, блин, с потрохами. Мы ему на один куй... Хотя нет, он полторашку вроде бьет всего. Но тем не менее. Проверять не буду. Так, устали, устали, устали. Надо присесть, надо присесть. Вот сюда присесть. Вива, сядь, сядь. Сидеть. Да, твою за ногу. Вот проблема большая у них с посадкой. Но тем не менее. Короче, мы сейчас Рексика этого притамим. Может, он не забежал? Нет, не забежал. Он суется. Давай быстрее дыхай. Примерно два куся надо. Ну вот, честно говоря, меня напрягает то, что у нас такая слабая Вива, и она довольно относительно слабенько дает топора. Ну, в принципе, ладно. Не зашел? Не, не зашел. Да ты куда там ломишься? Иди сюда. На. Спишь? Спишь. Хорош. Короче, не, ну вот так-то еще можно. Но опять же, блин. Капец, КП мало, топора тоже мало. Так, а у меня эти кончились, да? В принципе, у этого оглушения довольно долго спадает, поэтому не страшно. Сейчас мы его притаем. Я, наверное, сразу изготовлю этих еще хангри этих. Поущен. Потион. Короче, зелий. Это алкаш валяется прямо у дома, а? Завалился тут, блин, не дополз никуда, блин. Прям под дверьми. Кошмар, фу. Фу таким быть, на. Еще и голодный. А, так у тебя еды-то всего 750. А ты что такой голодный-то, слышь? А чё он реально так это? 142 левел, да? Допустим, а чё у тебя такой... С едой-то так проблема? Вот другое дело. Сразу видно, домашний динозаврик. У него сразу, смотрите, и жатвы побольше стало. Так, чё, давай на тебе прокатимся,
Короче, он, по-моему, нифига вообще не вырубает, и бьет он очень слабо. Зато я что заметил? Пока, да, он торпор вообще не наносит. Ну-ка, может, какой-нибудь правой кнопочкой? Типа вот так, с понтом. Или на С. А, посмотрел, тут, оказывается, есть инфектед спина. Судя по тому, что тут есть седло на него, то инфектед спина тут тоже есть. Короче, так-то Рекс вообще бесполезный вот этот, я смотрю. У него дамага нету, реально. Он никого не усыпляет. Короче, я не знаю, мне кажется, он бесполезен. А он, кстати, оверраптор бегает, ну-ка. А тут тоже говорили, я его ни разу не томил. Давайте притавим, если он сейчас не помрет. А он, наверное, помрет сейчас, да? Нет, не помер. А, так, чем бы тебя покормить, оверраптор? А, вот, жуй, что идет. Азулбери, наркобери, давай, жуй. Хомяч. Это мы так попутно закинем сюда. В смысле? Оверраптор, а ты что жрешь? К слову говоря, я его реально ни разу не томил. Вопрос там, вернее, вопрос такие комментарии были. Вот мы думали, ты про, а ты его, да, ой, случайно раздавил. А ты даже артроплевру не томил. А нафига мне ее было томить-то, блин? Если она мне не нужна, поэтому я ее и не томил, все логично. Вот мне оверраптор нахрен не нужен, я тоже, например, не знаю, как он томится. Зато прекрасно знаю, как рожается Рипер, как томить Василиска, как притомить Траадона. Так что не надо мне тут, а то вас, блин, некоторых послушать, так... Еще игры не было, вы уже артроплев брали там, томили. Поэтому не-не-не, все нормально, все остальное знаем. Так, хочу, собственно, чего поперся, я сюда поперся, хочу посмотреть, что там есть, что выпадет. Потому что вот таких вот именно фиолетовых самое прикольное падло. Написали, что после обновы Рексы типа стали как-то по-крутому залазить, лазить по горам и так далее, но что-то как-то незаметно. Ну во, значит, нам на диплодога дали седло, кстати говоря, золотое неплохо, только что-то стоит он вообще по-конски. Ну что ж, ребят, я предлагаю на сегодня тогда... Куда ты пошло, скотина, скотобаза? В общем, я предлагаю на сегодня закончить. Все ссылки будут в описании под видео. Соответственно, если серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Если есть что написать в комментариях, не то, обязательно пишите. Не забывайте придумывать имена для нашего Рексика, для нашего спинозавра и для нашей Вивы, которые, честно говоря, довольно слабые все оказались. Я тебе поору, блин. Если вы знаете, как она плюется, очень даже приветствуется, потому что что-то как-то она очень себя странно ведет. Ну да ладно, странно ведет, да и хрен с ним. Вот, соответственно, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.